Всем привет. Мы продолжаем проходить Metroid Dread. Значит, я дошел тут у нас до Эмми, которой пройти не получилось. Поехали, будем пробовать. Ну и, соответственно, собирать разные... Собирать разные способности. Так, вот здесь у нас здоровье. Хотя, когда она у тебя убивает с одного удара, здоровье тебе особо тут не пригодится. Но все равно возьмем. Где она? Я понял. Выше, дальше. Вон туда. Давай туда спрячемся. А эту дверь не открыть. Значит, еще выше. Мне нужно запустить по заданию какой-то генератор. Пойдем тут его искать. Может, еще дальше. Да, она где-то рядом. Да, и все, меня спалили. Вот падла. Давай дальше еще раз. Вроде правильно бежал. Угу. Меня прямо отсюда загрузили. Хорошо. Будет больше шансов убежать от нее. Так, отсюда, сюда бежим. Потом сюда. Заряжаем выстрел. Потом еще выше. Валим. Тихо, тихо. Стой. Вот здесь можно спрятаться. Но зайти в эту комнату нельзя. Ну, в смысле, вот мне ящик этот мешает. Где она? Она где-то курлыкает тут. Подожди, а может быть не сюда может? Да, слушай, мне походу сюда. Когда я первый раз нашел генератор, там тоже света не было в этой комнате. Значит, я верно иду. Наверное. Так, а если я сюда? Да никак не пройти. Да. Значит, мне налево. Тут кто такой тут стоит? Он не работает. Ну и это, соответственно, да, штука не пашет. Может, еще выше? Или выше, или влево. Как обычно, тут миллион ходов. Новые какие-то монстры появились. Я был здесь только с обратной стороны. Может быть, мне в этот... Вот в этот шарик. Но нет. Какой шарик? Там труба такая узкая была. Может быть, туда. Давай попробуем наверх подняться. Тихо. Блин, не вовремя парирование. Да что ж такое? Неужели? Следующий. Так, давай проверим, что в левой стороне. Это тут комната сохранения. Эту стенку мне не пробить. О, тут. Подожди. Бля, я походу в тупик попал. Нужно от стенки вот. Они специально взяли вот здесь вот угол этой стенки, повернули в сторону и все, и ничего ты не можешь сделать. Плохо.
Так, может быть, хоть как-то здесь я заберусь. Так, вот он, генератор. Нашелся. Запускаем и исследуем, короче, локацию. Как обычно, Самус у нас пихает руки, куда ни попадя. Надеюсь, сейчас ничего не взорвется. А то были случаи. А я вернулся в другую комнату. Я здесь уже был. У меня тут карта открыта. Но чё ж ты не парируешь? Придется подождать его. Давай-ка его с другой стороны теперь. Когда стою, жду. Надо было удар заряжать. По идее, с запуска генератора меня должны сохранить. Тут желательно прямо все обойти. Да. Погоди. Может, туда наверх сбегать? Это не работает. Тут нужно бомбу применять, когда тут в шаре. Кенни, быстрый. Так, и тут тогда получается у нас все, да, тупик. Хорошо. Значит, где-то рядом я должен прямо бомбу найти. А можно побольше? Сколько я у него ракет запустил? Что за хрень? Он какой-то очень жирный. Короче, я буду его оббегать. Ну его нахрен. Так. Я был внизу. Значит, вот тут не пройти никак. Попробуем, давай вот сюда наверх. А, тут сразу температура пониже. Ну все тогда. Я что-то этого не заметил, но ладно. Тогда мне отсюда. Берем жизни. Значит, мне только наверх. Там один путь. На дорога. Вот отсюда, вот сюда. Все. Больше я вариантов не вижу. Там подальше отойдет. Так, вот туда мне надо. Ракеты. Так. Это у нас способность как раз. Получена бомба. Это у нас способность, когда ты в шар превращаешься, у тебя бомба теперь есть. Бомба, которую можно использовать в состоянии морфосферы. Чтобы установить бомбу, нажмите Y, когда морфосфера активирована. Бомбы могут наносить урон врагам, уничтожать соответствующие блоки или выполнять скрытые блоки. Выявлять скрытые блоки. Ну ладно.
проверяем. Да. Даже с помощью их можно так немножко подпрыгивать. Так. Значит, мне уже в этой комнате, да, надо блоки эти найти. Подожди. Потому что оттуда, аж туда надо запрыгнуть. Секунду. Как это делается? Блин, главное в состоянии шара не укатываться. О, научился вроде. Так, хорошо, ракеты есть. Заряжаем себя. Так, ну это прям Соник. Самый натуральный. Так, теперь. Ходов у меня только вот сюда. Но я бы и здесь еще проверил. А, тут все, тут лед, тут никак. Значит, ход только один. Только один и только вот сюда. Сейчас посмотрим, куда нас приведут по итогу-то. Это... Блин, ну знакомый какой-то монстр, где-то я его, по-моему, видел. Это не точно. Все, я понял, пилы пошли. А здесь ничего такого нету. Вот еще проход. Ну а тут с другой стороны мне не обойти. Подожди, а мне и не выйти. Вот. Почаще надо их ставить, и тогда ты выше подпрыгиваешь. Но тоже как-то это немного случайно работает. Так, а вот здесь есть что-нибудь? Теперь можно каждый угол проверять. О! Сколько у него ракет наваливает прям. Так. Еще один ход. Да, давай сохранимся, конечно. Заново это все перебегать замучаешься. И все, да? Тут тупик. Ладно. Четко куда-то ведут. Пока я не понимаю, куда. Вот так вот. Давай, здесь тоже сейчас зарастет. Берем. 55 ракет уже могу выпускать. Опять я имею. Ё-моё. Она меня тут же пасет. Потому что там эта мина взрывается. Все, вроде вниз ушуршала. Проход? Нет. По-любому тут сейчас ходов-то немного. Все, убираем. Я спалился. Я даже не знаю, куда мне бежать. Быстрей. По-моему, я понял, куда мне бежать. Ну и без понятия, как скоро я ее убью. Так, дальше.
зачем-то я хотел туда пролезть. Ладно, исследовать локацию эту мы будем позже, после того, как ее завалим. Сейчас не вижу смысла там как-то находиться дольше, чем 2 секунды. Надо валить, и причем аккуратненько. И попробуем прям вниз. Вот тут был проход. Блин, он и вот тут тоже есть. Вот здесь же проход, по-любому. Да ладно, нет прохода? Значит, наверх. Слишком много шума создается. Ну, тут и мины, и ты с этими гранатами тоже стреляешь. Так, тут у нас не вариант, да? Пойдем наверх. Ну, какая красивая локация. Реально очень похоже на аквариум. Вот аквариум, но без воды. Я понял. Летающую штуку надо парировать. В принципе, у меня почти все важные способности взяты. Ну, там, за редким исключением. Давай, иди-ка сюда. Я тут лучше подожду. Здоровья у меня не очень много. Блин, в сторону убежал. О, пойдет. Так-то и тут тоже можно секреты разные искать. Сейчас просто неисследованных локаций вообще масса. Сейчас даже могут быть и всякие секреты на полу лежать, в потолке, в стенах, да где угодно. Так. Ну, если говорят идти, значит в бурение. Пойдем в бурение. Причем огнеупорный костюм на ближайшие, наверное, пару часов мне вообще не пригодится. Я думаю так. Там, где он был нужен, я, в принципе, эту локацию, думаю, что прошел. Так, новая локация, бурение. Она типа с водной тематикой связана, что ли? Ну да, как в аквариуме. Это меня штука пыталась засосать. Ага, это подъем наверх. Я думаю, что это можно ломать. Да. А дури не хватает, да, добежать? Подожди, а если гранатами? Не, никак не достать. Значит, дальше пойдем. Либо этот вентилятор отключается как-то, либо мне нужно способность к бегу получить. Ах ты. Блин, мне выше или ниже? Не знаю. Ага, главное успеть в нее настрелять, пока она тебя затягивает. Ага. Это баллоны с водой. С воздухом, точнее. Я должен здесь как-то уровень пониже сделать. Легкий эффект головоломки. А чё ты не зацепляешься? В чем дело? Когда ты в воде находишься, она не может зацепиться за стенки, что ли? Подожди, что теперь делать?
Она как-то не очень высоко прыгает. Подожди. Если она не очень высоко прыгает, тогда может быть в форме шара есть вариант залететь. Фига. Ну, я не знаю, насколько еще беспрерывно не надо нажимать. Вот, подожди. А вот отсюда. Вот, наконец-то она зацепилась. Сколько раз я тут прыгал, не получалось. Это странно. Так, стоять. Кстати, я так полагаю, что в воде у нее воздуха не кончается. За это можно быть спокойным, да? Давай-ка на секретку здесь проверим. Говорю, сейчас секреты могут быть просто где угодно. А ракеты пригодятся. Судя по предыдущему боссу, обязательно пригодятся. Так, все, наконец-то я отсюда выбрался. Угу. Тут надо иметь способность бегать или что-то такое, но тут прям показаны стрелочки. Бежали-ка, наверное, вперед, пока я живой. Блин, вот тут теперь можно все проверить. Короче, я тут не убил лазер. И большие красивые локации. Прям космические. Хоть сохранимся. А и что за лор сейчас пояснять будут? Замечать время почти полностью задумлено. Угу. Чтобы действовать максимально эффективно, понадобится гравикостюм. Гравикостюм? Такие способности, как ограничение пространственных режимов, помогают передвигаться под водой. Понятно. Мне нужно будет найти костюм, который будет, ну... Да, быстро перемещаться. Что-то вроде маленького телепорта. Советую, говорит, найти. Какие маленькие жуки. Эй-эй-эй-эй-эй. Понятно, ну хоть сохранился рядом. Ходов-то у меня больше не было. Внизу мне точно не попасть. Да, получается, сейчас ход один. Блин, давай. Что ж такое-то? Вообще жизни нет. Жаль, в комнате сохранения жизни не пополняет. А как его парировать? Идешь тут в жопу. Но он, кстати, неплохо восстановил мне здоровье. Наверх? Не никак. Нет, как раз вот, наверное, этот костюм и нужен. Что происходит? Я даже ничего рассмотреть не успел. Пока нацелишься. Так, тут какие-то штучки. Надо. Угу. Такую дверь явно будет не пройти. Потому что она какая-то определенная. Тут надо выстрел в несколько точек сразу уметь делать.
Поднижайте, жуки мешают. Все, больше тут ничего сделать нельзя. Ну ладно. Не будем лезть поперек батьки сверху, наперед. Не знаю, то ли мне наверх, то ли вниз. Давай попробуем наверху посмотреть, что там. В принципе, чем больше я открою, тем лучше. Ракеты. Как быть? Стой, а если вот отсюда? Вот. Может получится. А, мне теперь даже не запрыгнуть. А как туда это взять? Черт, не могу сообразить, как это можно собрать. Странно. Не знаю. У тебя 5 кубиков. Но взрывается сразу 4. Пятый вообще мешает. А как его взорвать? Они сразу все взрываются, ты не можешь его поочередно взрывать их. Да что ты, блядь? Кто мне это дает? Ко мне все равно сюда не забраться. Там даже не запрыгивать. Ладно, хрен. Не могу догнать, что они от меня хотят в этих кубиках. Но я определенно походу пойду назад. Та-та-та. Блин. Я все сломал. Назад пошли. Так. Быстрее надо пробегать. Может быть, со способностью только сюда можно. Ага, тут 4 ломается. Да, тут у нас нужна вот эта гравий костюм. Ничего ты сделать тут не сможешь. Потом где его взять? Да, пошли сюда. Да. Сохранение? Ну, пойдет. Главное опять, как вчера, не забывать то, что надо сохраняться почаще. Потом все, потом локацию перебегать заново.
Здесь у нас дверь какая-то. Хорошо. Так. А если... В инвиз? Нет. Ты, получается, надавливаешь на кнопку. Тихо. Надо какое-то время не находиться на этой площадке. Да ну, не пойдет. Она откроется спустя какое-то время, да. И тут гравий костюм опять нужен. Да, до чего вредные мужики эти? Пошел ты в жопу. Тихо. Ну, сюда не вариант точно. Оп, зацепился. Какая рыба страшная. Я вниз лечу. Потом какие кальмары плавают. Не, ну прикольный, конечно, биом. Даже немного жутковатый. Ну чё ты не зацепилась? За какие-то уступы цепляется, без вопросов. За какие-то прям не хочет. Это что, вот это вот мины какие-то или что? Ой, заряжено. Нет. Но у меня только сюда. Да, туда мне не запрыгнуть, это определенно так. Ну чё ты не зацепилась-то? Да что такое? Неужели? Так, давай мы эту дверь откроем. Подожди, меня что, сносит? Нет. О, туда можно. Тут телепорт. Вообще без понятия, просто бегу как-то, сломя голову. Куда? Чего? Дверь закрыта. Давай, наверное, чуть-чуть подпармим. Это что, придется возвращаться? Так, бам. Это что, босс? Да нет. Или босс? Такие кубики, кстати, у Эми были. Момент смещения. Это гравий костюм типа? Да, это он. Чего там? Да, ионная способность Самус может мгновенно перемещаться в сторону на определенное расстояние. При полном запасе иона нажмите и удерживайте А. Чтобы подготовить способность, наклоните в сторону, чтобы переместиться. Можно выполнить два добавочных момента перемещения. Удерживая, наклоните L. Сразу после первого. Всю шкалу иона. Попробуем, что.
Так, в принципе-то понятно. А я уже забыл, куда мне надо. Костюм есть. А дальше? Еще раз это проходить. Там так-то еще много чего не исследовал. Я предпочитаю вернуться. Так, мне обещали очень замечательное перемещение под водой. А, там ракеты были. Туалетные. Не работает оно под водой. Блин, хоть с ракетами еще раз падай. Ну-ка, может в прыжке оно? Нет. Еще раз прочитать. Вот момент смещения. Да, удерживайте А, чтобы подготовить. Странно, но оно не работает. Это инвиз. Писали же, что там что-то ты в воде получишь. Уже нет. Точнее, этот робот говорил, когда я у него руку там запихнул, он говорит, ты типа в воде, чтобы перемещаться более лучше, тебе надо костюму найти вот этот, да, блядь. Что ж ты не цепляешься тут? Она просто возле обрыва этого крутится и все. Неужели? Сообразила. Тихо. Чуть не упал. Так, слушай. Тун-тун-тун. Тут же какие-то двери были. Вот такая дверь нужна. У нас еще есть какие-нибудь такие двери, которые я не смог пройти. Вот вторая дверь. По идее все. Ну и типа наверх надо. Это соединит локацию. Но я бы достал вот отсюда ракеты. Поэтому, походу, придется попрыгать тут. Что, у меня две ракеты, что ли? Лишние одновременно. Так. Угу. Я тут был. Ну, я просто не соединил. Я думал, что это за дверь такая, надо будет сходить посмотреть. Все понятно. Мне надо наверх. Под водой нахожусь. Потом же еще разрешат вот эти вот синие с треугольником дверь открывать. Ига. Это работает.
Так, давай, парировать. Я еще раз хочу упасть туда. Назад попробую, если нет, то нет. Вам этот момент не проворонить. Вот здесь или нет? Да, здесь. Только все время надо сжаться по правую. Отлично. И вот тут еще у нас какое-то перемещение. Да ладно. Семьдесят пять ракет не лишнее. Не зря сбегал. Надо же с первого раза добиться. Но все равно надо идти на самый верх. Так, теперь отсюда. Там вот тоже есть какой-то проход с дверью, но зацепиться здесь за потолок не получится. Не знаю, может быть, какие-то еще будут способности. Но идея мне наверх надо. Ну я сохранить сначала. Там еще, кстати, и этот ешка была. Сохраняемся. Сейчас попробуем ешку эту взять. Что, не хочешь улететь отсюда? Я убил, не? Да, убил. И вторую. Так. Отлично. Целый контейнер. Мне бы еще чуть-чуть. Точнее, мне бы еще одну. Там у меня еще три части контейнера собраны. Что он почти готов. Еще один контейнер. А вот куда мне теперь? Сюда или сюда? Это я взял? Нет, у меня не получилось. Вот она, дверь. Мне сюда надо. Блин, ну прошел ли я тут все? Тоже большой вопрос. Попробуем вернуться туда. Мне кажется, нельзя будет. Или да? Ну вот этот контейнер я не понимаю, как брать. Кстати, а в форме шара могу ли я перемещаться? Нет. Не могу. Давай попробуем наверх. Но мне не наверх. Если что. Мне в ту самую дверь придется возвращаться. Я просто хочу посмотреть, что у нас тут. Ага, и мне не запрыгнуть адекватно. Хотя подожди. Понятно, он мне сейчас жизни не даст вообще.
Понятно, пошли к двери, короче. Что-то там пошло не так, я не знаю. Может быть, с другой стороны надо туда наверх подниматься. Скорее всего, как обычно, я себе ждал, чего сложнее. Так. Что ж ты, блин, первого раза допрыгнул, а второго чё-то не очень. Ну как она чётенько, чик, запрыгивает и все. Блин, этот мужик, который выпускает, ну там, там какая-то каракатица или кто он, дикобраз какой-то, с мелкими чуваками, он мне три контейнера вынес сразу же. Всё, потыкали сюда, короче. Под водой эта штука не работает вообще никак. Не, ну в принципе неплохо, и ракет за буквально за сколько? Ну, за час. И ракет нас собирал кучу. Центр сюда не же, да? Две способности открыл. Так, я туда явно, да, я туда явно не запрыгнул. Рыба довольно-таки безобидный, кстати. Подожди. Давай сюда сначала. Заряжено. И уровень воды подрос. Но чтобы эту ракету, надо вот туда как-то прицепляться. Ракету эту не взять. Либо и здесь тоже надо уровень пониже сделать. Кстати, вот с такими бомбами я только... одну могу вспомнить комнату. Все по идее мне назад. Хотя подожди, давай-ка вот проверим. До ракет не дотянуться, я понял. Тут порядка, за прохождение можно порядка 200 с чем-то ракет собрать. 230 что ли, или 260. Где их столько искать, вообще не знаю. А их же две было, разве нет? Вторая не отклеилась. Или мне наверх? Скорее всего, наверху я был. Ну да. А теперь только без воды. Блин, а подожди, а если вернуться на самое начало? Я, конечно, понимаю, куда они меня ведут. Я даже, наверное, метку поставлю. Вот тут. Я хочу назад вернуться, там у меня вот он, танк. Чик-чик. Чё, и это не получится.
Ну вот. Не, не получится. Ну ладно, я должен был проверить все равно. Так, все, отсюда вниз. По идее, меня сейчас должны вернуть обратно. Давай эту метку я уберу. Все, убрать метку. Да, слушай, меня вообще возвращает туда куда-то. Погоди. Дайрон обратно. Там у нас Гейми бегает. Первой и второй локации я Эми завалил уже. Ну тут музыки нет, да? Пока едешь на такси. Так, с одной локации мы идем. Так куда? Ясно, не, точно не сюда. Причем эта способность должна прям вот где-то рядом использоваться. Стоять. Кто-то у нас что? Когда подозрительный проход, он меня все равно туда не пускает. Ну ладно. Этого чела надо явно парировать. Да, кто бы сомневался. И все, и хана. Недолго я жил. Ок. Теперь надо найти какую-то лазейку. В комнате с Эмми. Там должен быть босс. Ну да, мозг какой-то там, которого мы получаем заряженную пушку. Ага. Тоже не то. Блин, ну времени вообще минимум просто у тебя. Чтобы вообще хоть сообразить, куда бежать. Не знаю, я по кругу прибежал. Ну, она-то за мной. Да, может найдем что-нибудь. Попробуем выше подняться. Вроде далеко она. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. О, вот и мозг. Сейчас главное броню снести. Тихо. Ну, нормально, он не сложен. Можно просто стоять нагло, долбить его. Вот все. Теперь надо Эми как-то убить, вынести, да?
Но они одинаково, кстати, последние разы убивают. Хрена какая, молниеносная просто. Короче, мне за нее бег дадут. Вот я о чем. Тут босса заново лупить не надо. А что так быстро все происходит? Подожди, ну я попробую прям выбежать и сразу же целиться в нее. Да ну, удалось. Надо где-то какое-то место найти. Давай, допустим, так. Блин, она у тебя... Ты в нее стреляешь, это ее хорошо затормаживает. Только чуть выше стиком, и все, сразу промахиваешься, она бежит, как угорелая на тебя. Нет, не вариант. Вообще куда-то повис там что-то. Какой-то ерундой я занимаюсь. Не получится. Долго. Надо найти какой-то прямой участок. Прямой и длинный. Так, давай посмотрим, где тут можно мне. Да, ничего тут особо не показывается. Хотя можно вот так вот. Если она по стенке по этой поползет, то может быть. Промазал. У нее, если целиться, то с самого начала. Какие-то секунды просто, когда на тебя ползет. А тут она не очень, кстати, упала на тебя, на меня. Она сразу же с ближней стенки свалилась. Печалька. Нет. И не тут. С какой стороны она пойдет? Долго бегаю. Бля, наверх, вниз еще встает. Падла, а? Ну все, меня другие комнаты не пускают, надо ее только прямо тут убивать.
ближней стенки упадет, видно. Ну, попадайте. Чё они такие быстрые? Подальше стать. Так, заряжаем. Бля, я промазал. Почти же. Короче, надо сделать все точно так же. Только не промазать, а большим лучом. Падла. Все, на краешек сюда. Давай. Но нет, тоже не получится. Не получится. Она когда идет, ползет на тебя, она чик вверх, чик вниз встает. Тут главное тоже сразу не поймал, все. Ничего не будет. Здорово, Тася. Сосед засверлил. Молодцы какие. Сука, а? Что она такая быстрая? Да пизда, не получится. Я там какую-то там миллисекунду пропустил. Конечно, эти эми задроченные вообще. По полной программе. Ну, ёб твою мать. Не попал. Она. Это можно на одном месте то идти, блин, на одном уровне. Не успеем. В принципе, надо было хотя бы, я голову ей снес, надо было по кругу оббежать. Может, что-то с этого и получилось бы. Уже не получится, вижу. Сложно в нее попасть, причем шансов на ошибку у тебя вообще нету. Типа все патроны должны попасть только в нее. Нахуя такой геморрой делать? Да, и все.
ты чуть выше стик сдвигаешь. И хана, ты не попал. Так, давай по кругу оббегаем. Да хуй там, я не успею. Нормально. Попал все-таки. Я уж думал, он не выйдет. Но с нее по-любому, да, дадут способность бегать. Самая быстрая какая-то имя была среди всех. Ускоритель. Как работает? Так, позволяет Самус после небольшой задержки выполнить рывок на сверхзвуковой скорости. На бегу нажмите один раз, чтобы подготовить ускоритель. Продолжайте бежать, чтобы он активировался. Враги на пути Самус получают урон, а соответствующие блоки будут уничтожены. Вместе с ускорителем Самус может использовать метеор-переброску, чтобы быстро перенестись в заданном направлении. Это вот так, да? Включите ускоритель, наклоните L, чтобы подготовить метеор-переброску. Когда она будет готова, нажмите B, чтобы активировать ее. Затем... Бля, такой геморрой, кстати. Я помню, в этом, как у меня не получалось на Супер Нинтендо это делать такие рывки. Это очень сложно, мне тогда показалось. Не знаю, может быть, здесь проще будет. Так, давай, короче говоря, посмотрим. Где-то вот тут. Нет, не тут. Выше. Стой. Вот тут проход. Я сползанул. Вот еще один контейнер, четвертый. Отлично. Так, ну и это еще не все. Можно типа наверху посмотреть. А может и не надо. Мне и не подняться, кстати. Вот здесь единственный проход. Мне сюда, наверное, будет не зайти. Да. Это единственный проход в этой локации, который соединяет два участка, чтобы сюда попасть. Все тогда только по прямой. Сейчас как ракета он полетит. Ха-ха, прям набуцкал этому чуваку. Что тут? Ракеты. Хорошо. Так. Ну да. Вот так. Подожди. Сучонок, подожди, стой. Я как-то должен крутиться и шариком. Да ну, шариком не получится. Я только скорость набираю, и она тут же кончается. Ну-ка. Не, я не знаю, как это работает.
Это какая-то странная секретка. А как это достать? Это вообще работает как-то. Ну как-то же можно достать по-любому. Мне кажется, понял. Надо отсюда прям забегать и прыгать вверх. Наверное, так это будет работать только. Сейчас по-любому меня еще проверят, как я усвоил вот этот вот с разбегу прыжок вверх. Угу, вот он. Ну прям как в классической версии Super Nintendo. Тим, что-то в разные стороны. А мне на самый верх надо. Что это делаю? Теперь больше игра на Соника начала походить. Я тут был вообще? Хотелось бы проверить. Вон, тут тоже ешкали валяется. Как ее везти? Может, где-то здесь проход? Нет. Залезть не дается. А вот тут если? Неа. Я еще попробую заряженным где-нибудь ударом долбануть. Не вариант. Ну и как ее достать тогда? Загадки, загадки. Так, сюда. Ну, тут я был. А тут просто до конца не бежал. Когда скрывался от Эми это. О, кстати, тут еще проход. Стой. Тут какая-то дверь. Не открывал ее. Что-то мне сдается туда никак. Хотя подожди. Не. Угу. Там был, но не был вот тут. Просто соединил, короче. Нет, нет, не проход. Не проход это.
Я, конечно, попробую. Стой. О, как. Причем, не было показано, что эту стенку можно было сломать. Такие дела. Ну, тут, по идее, все. Только я забыл теперь, куда мне надо. Надо какую-то комнату, которую... После которой я Эми убил. Я же сейчас... А, нет. Короче, откуда-то вот так вот надо попасть. Я запутался. Ну, надо как-то вот в эту область. Блин, пойдем назад. Все, я вспомнил, куда они меня вели. Где там? Вот этот ускоритель. Так, набегу. Л, один раз. И она разгоняется. Хорошо. Включите ускоритель. Наклоните Л. Когда она будет готова, нажмите Б. Что-то она не особо-то и разгоняется. Подожди. О, и вверх. Вот как это работает. Что-то я все стенки поломал. А мне теперь вот сюда, походу. Ну и не только. На вот эту вот точку посмотрим. Первую. А что тут ее смотреть? Вот он. Удаляем метку. Теперь вот как-то надо добраться нам наверх. Да, наверх, и вот так вот наверх. Либо сюда. Да ну, не получится. Мне тут не разогнаться, ничего. На мячике я тут высоко и не улечу. Хотя... Главное не разбираться обратно. Вовремя подпрыгнули. Во. Вот. Что мне это дает? Вот сюда давай попробуем сходить. Вот так. Чик. Вот сюда.
Угу. Эти стенки разбивать можно. Мина. Это мина. Наверное. Мина, чтобы мина, короче, взрывалась. Возможно, тут секрет. Либо эта мина вот здесь показывается, либо тут еще что-то можно взять. Я там в углу не был. Ну, пока и не буду. Я типа дооткрыл, вот там кусочек остался, но мне не туда. Вот эту какую-то штучку можно тут взорвать, единственное что. Но это даже не фреска никакая, ничего. Ну и петушары маленько подбешивают. Короче, я вспомнил, что тут за локация. Вот так-то и отъехать можно. Блять, я заебал. А, я уже этот придвигал как раз. После того, как я получил вот эту способность ящики двигать. Странно, но ладно. Сверяемся с картой. Мне наверх. Вроде. А может быть сюда. Но здесь обязательно надо сбегать. Ну что ты, блядь? Жопу этому дикобразу нашмалял. А, ну тут просто не открылось, потому что я туда теми убегал. Тут типа можно разогнаться. Уху. И все. Мне нужна способность такая, вот которая с этими треугольниками как-то что-то делает. И потом будет телепорт. Или телепорт. Туда, значит, надо. Я понял. Эй, ладно. Оно уже чуть-чуть получше получается в карте, по карте ориентироваться. Это верно. А я с обратки как этот, я смогу вообще двинуть? Нет, не смогу. А как тогда туда попасть?
Вот они меня вели, короче, за руку. Прям вот отсюда вели. Вели, и вот тут вот руку бросили. Что теперь делать? И все. Может быть, конечно, я что-то пропустил. Но просто поди вспомни в этой каше, что ты мог пропустить. Подъемник, ну и все, вот я в одной стороне уткнулся. Тут кота Алис уже. Ну тут, кстати, может быть какой-то проход. Вот прям вниз. Прям сюда. Давай попробуем. Меточку сейчас поставлю. Так, отсюда мы идем вот так вниз. А, ну и тут по прямой. В принципе, везде по прямой, но в правую сторону. Тут определенные надо уметь взрывы делать. Уровень ниже. Точно эту штуку нельзя больше никак двигать, разбить, может быть. Нет, все. Сохраниться хоть. Тогда. Вот. На, это конечный подъемник. Что-то пока куда идти, вообще идей никаких. Ты в этот подъемник попадаешь снизу. Здесь двери синие. Вот сюда бы попасть, но... Сюда ты попадаешь только с другой стороны. Тут. Вот
мне в этой локации оставаться? Или надо перебираться в предыдущую? И, наверное, в предыдущую что делать? Кстати, уже. А, тут дверь одноразовая. Понятно. Ну, в смысле, в один проход можно. Только сверху падать. Снизу не получится. Бля, такой катарисе это надо же знать, какие стены тебе могут помочь пробежать. Еще выше, если живой останусь, то вряд ли. Здоровье просто вагон. Хотя, подожди, тут можно будет полечиться. Давай, наверное, заодно и сохранимся. Заодно и перерыв сделаем. Сейчас подойду.
Так, поехали. Посмотрим, нужно ли мне вообще в этот катарис. О, здесь что-то можно сломать. Как разбивается наверху. Ну-ка. О, как. Надо же. Не знаю зачем, но ладно. Это тоже пригодится. Стой, отсюда же я могу как раз в телепорт попасть. Может, они этого и хотят? В Артарию. Ладно. А, и вот сюда получается. Ладно, сейчас меня телепортируют, надо будет карту посмотреть. Походу в Артарии там наверх можно будет пройти. Кстати, я тут не был. Главное обратно не залезть. Отмена. Где-то я должен сейчас стенки, да, вот эти вот найти. Причем с другой стороны я должен бежать, что ли? Ну-ка проверим. Но если направление стены одно есть, значит, я эту метку уберу. Если стены есть в одном направлении, значит, только в этом направлении я смогу через нее пробежать. Что-то лаги какие-то начались опять. Походу мне не сюда. Так, давай-ка мой эмулятор перезапустим. Да что-то как-то. Надеюсь, сохранение прокатит. Странно, но почему-то спустя какое-то время эмулятор начинает подвисать.
Подожди. Куда они меня... А, ну, нормально, в принципе. Я уже забыл, как там прыгать надо. О, и вот так. Допустим. Сюда вниз. Давай, на телепорт. Теперь надо понять, что они у меня вот в этой в первой локации от меня хотят вообще. Ну давайте же быстрее. Ну там. Так, оказался я здесь, а дальше? У нас вот эта вот зона мигает. Какой цели, интересно. Может быть, отсюда туда надо запрыгнуть. Сейчас попробуем пролететь. Это особо ничего не дает. Может, я делаю что-то неправильно. Пойти наверх бы надо. Но уже походу все, да? Ну вот, допустим, поломал бы я эти стенки, так а дальше-то что? Ты же в них просто упираешься и все. Может сюда? Да блин, тут куда угодно можно, по идее. Ту-ту-ту-ту-тум. Зачем-то они меня притащили вот в эту локацию. Для чего?
вниз и отсюда спускаю. Ну вот, допустим, телепорт, хорошо. Отсюда я спускаюсь вниз. Ну вот, две дороги, две развилки. Давай-ка лучше сохранимся. Я не обойти вообще. Я, по-моему, запрыгивал так. Или нет? У нас босс был, это я помню. И чё? Может, где-то здесь проход какой? А, нет, тут никак. Где-то надо найти стенку такую, чтобы сломать ее. Может быть, здесь, допустим. Ну, тут, когда ты падаешь, просто, ну, как бы не очень-то вариант. Кстати, затопленная территория. Что-то такое же мне болтали, что я могу, типа, очень быстро бегать. Пошли назад. Это вообще без понятия просто, куда идти. И по кругу, короче. Короче, вот отсюда наверх, потом, может быть, через этот зал как-то вот сюда попасть. Тут уже свалиться. О, мне не сюда, мне еще лучше. Или нет? Это закольцовано. Надо что-то... Да, вниз надо. Сюда, сюда. А хера с два ты там достанешь. Отсюда что-то можно сделать.
вряд ли. Ладно. Где-то они тут вот сидят. Падла. Нет, это надо крюком прицепляться и ползти туда. То, не то. Смотрим. Пока вроде то направление, куда я собирался, но не факт, что мне прямо туда. Надо же учитывать еще все способности. Которые у тебя есть. Вот здесь я точно проходил. Давай мы, короче, здесь вот сохранимся. Не знаю, может что-нибудь на вас как. Нет, они обычно сразу говорят. Водой бег не работает. Определенно. Значит, пойдем попробуем выше как-то подняться. Да. Там я даже стенку не разобью. Вспоминать ту комнату. Надо вспоминать ту комнату, где у меня были был подъем наверх, но, блин, это просто иголка в стоге сена. Там такие бомбы, потолок можно дырявить. Только где это? Только кажется в этой локации, пока я не найду вот это я искал. Сюда можно запрыгивать, на толку никакого, да? Тут, кстати, еще ракеты были, не знаю, может быть получится их взять. Я понял, тупик. Так, ну давай, раз уж мы сюда пришли и получился телепорт. Наверное, сюда. Кстати, я был уже в этом телепорте. Стой. Видишь, секреточка нашлась.
глаза, и тут ходов больше и нету. Ладно, поперлись в телепорт, а вдруг чего? Тут ничего пополнять не надо. Максимально. Все, там наверх. И тупик. Ладно, может быть мне туда. Катарис. Там есть какой-то проход, причем куда меня сейчас телепортируют. Даже парочку вроде. Сейчас посмотрим. Какой-то нюанс упускаешь и все, и ты можешь просто часами тут бегать. По всем локациям, пока не найдешь. Просто если нить вот тут... Повествование, скажем так, упустил, все, хана. Так. Вот наверх поднявшись. Тут можно что-то, ракету взять. А, это взято уже. Если вот так пройти, чик-чик-чик, и наверх, вот сюда подняться. Попробуем, да? Это я помню то, что я тут был. А, да, сюда наверх. Подожди, проверим. Ага, только можно было крюк не делать. Рады. Достаточно было вот так. Хорошо. Может быть, даже я верно иду. Стой. Надо уметь под лавой перемещаться. Какая-то бесполезная комната практически. И чего? Вот так вот еще можно зайти. Ну, там явно... Тихо. Тут явно мне не долететь просто. Не, он не зацепится, она. Пойдем выше. Всех убил. Дело. Ну давай, тут сохранимся тоже. Там еще вот был какой-то проход. Возможно, это сверху вот этой локации. Типа я это дело пропустил, и мне показывают этот чувак. Давай-ка сходи-ка сюда. Обязательно.
И все. Ну-ка, с разбега. Да оно мне даже не разогнаться. Надо учитывать то, что вот у меня эта штука работает. Где-то есть какое-то место, наверное, куда можно попасть с помощью нее. Я по-любому ее отчаянно пропустил. Блин, хоть назад возвращайся. Процентов карты я открыл, наверное, всю. Да что за дверь такая? Угу. Где-то надо искать вот типа ключа, который вот эти двери открывает. Тогда много вопросов исчерпается. В принципе, открывается все, кроме вот этих дверей. Ну где их искать? Слушай, а у нас... Дайроне, по-моему. Погнали, наверное, в Дайрон. Я не знаю зачем. Но мне сдается, что-то там надо найти еще. Тут он лава, по-моему. Здесь, по идее, все, я обошел. За редким исключением. Вот сюда. Блять, не дает пройти, а? Попробуем в Дайрон потонуться. Если нет, тогда надо идти обратно и еще раз вот в этот. Как я это? Четвертого как? Четвертое. Может туда надо? Полчаса уже просто так нашлось. Бесцельно просто. Потерялся.
Так, что у нас тут может быть? Ага. К бурению надо как-то попасть. В общем, все время налево бежать. А там как повезет. Хотя подожди. Чин-чин-чин. Просто столько всего на карте, что вообще просто теряешься. Тоже в бурению вверх или вниз надо идти. Короче, не знаю. Стой. Просто побежим направо. Ой, налево. Налево. Просто налево, просто куда-то. Я еще сохранюсь. То заново, мало ли, придется бежать еще. Можно, кстати, попробовать чуть-чуть выше собираться. Надо дважды, что ли? А тут какая разница вообще? А, ты тут по верхнему пути пойдешь. А так по нижнему. В чем дело? Ух ты, а как я тут оказался? Это приятный бонус. Надо вниз мне и все время. Так, теперь отсюда. Еще ниже, через узкий проход. Вот этот. Будет обидно, если даже мне в бурение-то не надо. Я вообще не туда пришел. Что, назад пошли? Назад, но еще ниже. Ну вот, уже лучше. А представляю, если бы у нас Самус очень медленно бегала. Да, просто можно годами в этой игре потеряться просто. Давай попробуем.
Я думаю, все-таки важно, в какой стороне ты телепортируешься. Хотя, что так ты там был, что тут ты так был, там. Короче, пойдем то, что не следовало смотреть. Явно не сюда, вот тут, возможно, будет какой-то проход, но вообще не так. Вот это что-то такое, закрыт дом. Что еще? Наверху можно посмотреть. Давай, короче, наверх и пойдем. Кстати, вот теперь можно взять будет Е-танк. Я ж, по идее, там этот, как бы, я теперь бегать могу. Но все равно не хватает. А что мне надо? Какие еще способности нужны? О, наконец-то. Я должен был разбить, наверное, да? Да. Эти вещи я должен был разбить. И теперь мы двигаем наверх, потому что снизу вроде как все я обошел. Ну, единственное, вот эта дверь меня смущает. И вот здесь вот телепорт зеленый. А, ну и даже, по-моему, в зеленом телепорте там был. Закрытый доступ. Ладно, наверх, короче говоря. Посмотрим тут. Что есть. Понятно. Причем как таковой заданий никаких мне не давали. Оп. Ага, а это вообще даже никак не связано. Погоди. Есть одна идейка. Ощущение, что здесь потолок ломает. Нет. Так, ладно, давай тогда сходим сюда. Этот мудак. Да пошли вы, на. Как можно туда забраться? О. Я просто раз сюда не пошел, я пошел наверх. Бля, очень надеюсь, что тут проход какой-то есть. Проход-то есть. Но без способности тут нечего делать. Сюда можно попробовать.
Тут скорее надо притягиваться. Типа крюка какого-то иметь, чтобы сюда прилететь. Ситуация патовая просто. Ну, конечно, попробую здесь потолок поломать. Нет, не зря вот это вот с синим треугольником штука тут находится. Вообще не зря. В эти штуки надо попадать. А-а-а. Не, это надо другую способность. Ну да, что же делать-то тогда? Я просто все обошел. Почти. Просто даже куда идти идей нет никаких. Чем-то они меня взяли, повели первую локацию. Я там ничего не нашел. Не мог же я какую-нибудь дверь пропустить. Это вообще же обидно. Чего? Куда ведет? Сраные лабиринты, блядь. Может здесь потолок сломать, попробовать? Сюда пойти. Что тогда сюда просто? Это Дейрон. Потерялся. Ладно, давай попробуем, короче говоря, вернуться. Да ёб твою мать. И туда. Просто они взяли телепортами, показали куда идти, и точнее направили на одну локацию, потом на вторую, и все, короче, ты запутался. Куда в итоге-то им надо? Так, ну да, примерно так. Теперь неверно.
Вот тут какой-то проход. А, стой, он... Ты при желании при всем в него не попадешь, пока у тебя крюка нет. По-любому тут будет крюк. Ракетами сюда. Понятно. И все. А эта комната, кстати, она... Тут есть зеленая дверь, которые открывать я такие еще не умею. Какой-то из четырех огромных локаций есть какая-то стенка, которую я не заметил и не сломал. И все. Теперь хрен его знает, где ее искать. В принципе, я вернулся, так как должен был бежать. Может быть, ну не может быть, я по-любому что-то упустил, да блядь. Давай. Так, мне наверх. Получается, отсюда я должен был телепортироваться куда-то. Телепортироваться. Мне направо. Сюда. Все, тут у нас перемещение. Мы идем к Аттаре. Нет, Дайрон. Я, значит, ну, телепорт этот синенький получил здесь, в бурении. Потом я вернулся, убил Эмми, получил быстрый бег в Дайроне. Теперь где-то здесь надо будет искать. Потом меня телепортировали в Катарис. Так, заодно.
Зачем это здесь? Причем я вот отсюда уже начал бежать от Эми. Бежать куда-то вот сюда. А может быть и нет. Там наверху узкий какой-то проход, но... Превращаться в мячик и быстро бежать, не объясни. Это... Блять, да ёб твою мать. Долго она заряжается. Теперь я рано. Ой, да твою мать. Её определенно парировать надо. Ну или так. Вот здесь первые ракеты, которые было не взять. Поднимаемся выше. Тут у нас Эми бегала. А, ну да, тут полет нужен. Вот только насколько высоко мне полет этот нужен. Может, я чего-то перелетаю? Хотя нет, наверное, по логике вещей я должен прям до конца куда-то лететь. Но для чего? Вот здесь как бы ступор и произошел, по сути. Эти подъемники. Ты типа так, что ли, не доберешься? Ну тут два прохода. Ну для чего? На. Отсюда ты же начинаешь. Не бегать. Сначала стрима было здесь. Так, давай долетим обратно. Они типа должны меня были проверить, как я умею. Ну что ж ты, надо было еще дополнительно вниз нажать, да?
кстати, не на Супер Нинтендо. Этот трюк делается куда сложнее. Вот, и отсюда, куда можно будет пойти нам? Только вверх, по идее. Проверяем. Ну явно же не сюда. То я открыл уже дверь. Ребята, по идее, я все уже здесь открыл. Это бомба. Получается, ты берешь бомбу, ну там спускаешься и все такое, но... Блин, может рискнуть по этому, по льду пробежать. Ты берешь бомбу, потом возвращаешься в другую локацию, идешь, там берешь быстрый бег. Убиваешь Эми, возвращаешься назад и получается, ты находишься опять там же, где ты взял бомбу. Это использовано. На, попробовать здесь пробежать. Особо все равно терять нечего. Есть короткий путь. Надеюсь, мне здоровья хватит хоть что-то придумать. Тут лед. Ну, как бы и все. Я вообще без понятия, куда идти. Задолбало парирование. Короче. Всю вторую карту я уже все бегаю. Не найти. Прям тут вот светится она. Для чего?
Где? Только что видел. Еще выше. По щам не надавал просто. Сюда же, да, по-моему, я должен разбегаться. Да. Ну. Так. Еще выше, выше и влево, и вправо. По большому счету я уже просто начинаю по кругу бегать. Вот. Это не открыть. Их можно тоже много чего фармить. Это же не для этого бомба. Нет, не для этого. Главное, она только по горизонтали может телепортироваться. И все. Давай попробуем тут взрывать все. Вот здесь тоже был тупик как бы. Мне ящик мешает. Что-то больше куда идти вообще, просто вариантов тут. Давай посмотрим, где мигает. Начиная отсюда мигает. Это прям вся часть. Почему тут все это мигает?
Там ракеты вот есть. Мы их не достали. Опять он тут. Все, вроде больше маневров-то особо нет для разгона. Это я уже отодвинул, использован. Вот этот-то как? Как подвинуть-то его? А может быть его и рано еще двигать. Так, а что если вот так делать. Взрывом же эти точно, да? Ну, ракетами. Нельзя будет такие контейнеры двигать. Блять, ну давайте. Вот что-то в этом районе надо сделать. Не могу понять, что от меня хотят. Нож сюда. Толку, я тут только что был. Что тут за секрет может быть такой? Не знаю. Надо прохождение смотреть, я запутался. Можно годами бегать. Я даже не знаю, в правильной ли я локации нахожусь. Может, мне вообще не сюда. Так, отсюда ты спускаешься вниз, и что дальше? Есть ракета, которую не подобрать. Сюда.
знаю, я тут пробегал, тут дохнешь, и все, тут лед заморожен, и все, как бы больше не пройти. Тупо не успеваешь так быстро по локации пробежать, ты дохнешь. Не знаю, что делать. Ладно, если что, мы завтра продолжим. Сейчас посмотрю, куда, на чем я все-таки потерялся, в каком моменте. Может быть, даже в него другую локацию. Пока идей, правда, никаких. Так просто бессмысленно бегать часами, не вижу толку. Поэтому будем закругляться на этом. Всем спасибо за просмотр. Кто не подписывался, лайк, подписка. Все знают.